Сейчас я покажу вам один экзотический прием, удар локтем, который мне удалось подсмотреть на тренировках по тайскому боксу в году, так, в 2005. Интересная техника, которая на самом деле применяется очень редко на соревнованиях, а в силу того, что в тайском боксе вообще сейчас локти стали применять редко. Раньше применялась, говорят, техника очень часто. Работает великолепно, уже проверено не единожды. Смотрите, в чем дело. Все знают удары, да, значит, основные, значит, удар локтями. Это удар боковой, боковой удар, да, удар вверх поднимающий, удар прямой, когда вперед выдвигается локоть, удар в сторону, да. Бывает поднимающий такой удар, но он достаточно, как бы, слабый и больше применяется из тактических соображений. Это когда нужно приподнять, значит, локти противнику, и это, значит, одновременно в солнышко выделяется, когда продвигается, потом поднимаются руки противнику и носит удар. Это тоже я видел в тайском боксе. Вот. И этот удар вот. А, еще удар есть с катоши сверху. Такой замечательная техника, просто прекрасная. Вот. Ее мы тоже затронем. Почему хороши техники, которые так работают в сагитальной плоскости? Прямая техника, техника поднимающая, техника такая. Почему? Потому что они легко залезают в разрез. Даже если противник хорошо в глухаре стоит, на глухой защите, они ее рассекают, ее прорубают, особенно когда перчаток нет. Вообще замечательно проходит. От боковых это всех. Это таких вот. Ощущается просто подстановка. От подстановки такие защиты. Локоть упирается в руку. Эти пролезают в любую дырку. Даже если локти вот так вот сомкнут, такие техники прорубают. Сейчас покажу тебе. Но не все могут бить вот так. И опять же требует некого замаха, то есть зоны раскрытия. Сейчас покажу технику, которую вообще, может быть, вы даже никогда не видели, но которая прекрасно работает. Это удар тоже сверху вниз, но по круговой траектории. Как малаш, ну как боковой удар, боковой, но сверху такой. Делается обычно с такого, ну, наскока. Так. С такого наскока. Никогда не делается просто так. Стоял и сделал. Почему? Потому что вы в ударе раскрываетесь, как бы, да, тоже немножко. Поэтому делается, когда вы противника начали бить, вы забиваете, делаете двойку, пам-пам, забиваете его, начинаете бить, и он ушел в глухую защиту, поставил руки таким образом, и стал закрываться таким образом, гулять. Вот вы этим пользуетесь и наносите удар сверху. Этим местом бить, как бы, хорошо с одной стороны. Вы можете разбить в себе локоть. Для этого нужна подготовка специальная. Это надо научиться. Это же место подготовлено у большинства людей, кто бьет. Хоть иногда по мешку, по макеваре локтем. То есть место обычное, в чем и выигрыш. Выглядит следующим образом. Если и без подготовки. Подготовка это. Сбили. Обязательно закрывайте голову другой рукой. Вот так примерно.